Вітаю, друзі! У нас з'явився Patreon. Якщо вам подобаються наші відео і ви маєте бажання підтримати технічний розвиток каналу, то ви можете зробити це прямо зараз за посиланням у описі або за підказкою у правому верхньому куті. Гарно дякуємо, шановні шанувальники нашого каналу. Цінуємо кожного! Добрый день, любители, почитатели, критики и подписчики канала Кох и Профессора. Я так надеюсь, да, и верю, что когда-то все эти ипостаси соединятся. Подписывайтесь на наш канал, поддерживайте. Мы реагируем, конечно же, по мере наших сил. Стараемся развивать и обратную связь, и, ну, что тут скажешь, колокольчик, лайк, репост, как... Всегда приветствуется подписка. Ну, это такие хрестоматийные слова. Ну, сегодня мы, ну, не знаю, мы уже приоткрывали, конечно, вот эту вот вселенную, да, или вот, ну, или как, вот эту практически утонувшую под имперским влиянием Атлантиду. Я так это вот всегда трактую, да, для, ну, вот, ну, то есть народы, которые прибиты империей, мы, ну, что ли, как бы возвращаем, да, из небытия такого вот, из океана истории, да, вот, ну, не сколько мы, да, сколько сами представители тех или иных народов. Сегодня мы поговорим про народ, ну, который нам, мы уже эту приподнимали историю, но всегда готовы вот вернуться к теме. Народ динамичный, коренной народ интересный, с такой вот запоминающейся яркой самобытной культурой, ни в коей мере, ну вот не какой-то там первобытный, как часто вот представляется, да, это видно и по нарядам, ну я вот, ну даже вот по народной внешней вот какой-то этнографической культуре это видно, вот по языку, по традициям, это эрзиане, и сегодня у нас, ну я так понимаю, как у вас социальный статус, вот и не спросил, эксперт, да, по эрзианам, представитель эрзианского народа, да, вот как у лучше. Скорее представитель. Представитель, представитель, да. Арпад Валдаш. Ну, может, снова перепутал с ударением. Если что, подправьте. Арпад Валдаш. Арпад Валдаш. Да. Ну, прошу прощения, да, вот, вот волнительный момент всегда, вот тут как-то вот какие-то тут, ну, траблы случаются. Я прошу прощения, это от чистого, собственно, сердца. А вот этот вот он, Арпад Валдаш, скажите, пожалуйста, ну, я так, это, ну, ну, ваш творческий псевдоним, он какую-то имеет нагрузку, да, или, ну, там, вот у меня были боги подземных царств, герои великие, да, я общался, или это просто, ну, как бы такое вот сочетание, да, достаточно случайное? Значит, Арпад у меня с тех времен, когда я занимался венгерскими делами, я увлекался Венгрией же изначально. Меня туда принесло мои молодежные увлечения, там танцы, меня привезли в Венгрию. Вот, и я первое время занимался Венгрией. Я прям изучал этот, изучал Венгрию, изучал язык. Я, собственно, этот Мадяр Ульбас и Элек, я говорю по-венгерски немножко. Ну, я раньше прям хорошо говорил. Вот, я... Ну, почти свободно говорил. Вот, сейчас уже немножко похуже. Вот. Но я, короче, собственно, в фингорский активизм пришел не через Венгрию. То есть я прямо подробно изучал, исколесил всю Венгрию, общался с венграми, прочитал кучу венгерской литературы, переводной, естественно. Вот, изучил историю немножко Венгрии, как она, что она. Вот. И, собственно, с того момента я как бы во мне развилось как бы ощущение, что как бы вот этот русский мир, который навязывается, это зло. Вот с того момента, когда я начал увлекаться Венгрией. И вот, собственно, да, именно с Венгрии началось, потому что как бы то, что советские войска устроили в этом, в 56-м году в Венгрии, то, что устроили имперские войска в 48-м году, 1848 году, это все одно и то же, это все повторяющаяся история. Вот. И глядя на то, как русские обошлись с венграми в эти года, ну, я, честно говоря, сильно начал разочаровываться вообще в русском народе, вот, и с тех пор, собственно, начался весь мой интерес. Вот, что касается имени Арпад, это просто вот я настолько был фанатом Венгрии, что я выбирал себе какое-то имя,
венгерской, там чисто венгерской, не какой-нибудь там не Габор, который говорил, не какой-нибудь там это, а именно венгерское чистое имя. Вот, и у меня было два варианта, Альмош и Арпад. Но я выбрал себе Арпад, потому что звучит как-то, мне больше нравится, как звучит. Вот, но потом, правда, выяснилось, что это имя не совсем венгерское, оно как бы имеет булгарские корни, чувашские корни. Вот, но все равно как бы ничего страшного. Вот, у меня была никнейм Арпад просто Арпад я был. Вот. А потом я занялся, я из Венгрии, как бы, мне стало интересно, а что в венгерском есть финно-угорского. Ну вот, я начал увлекаться мансийским языком. Вот. А потом кроме того, меня еще все время увлекала мирянская тематика. Вот, Меря, народ Меря. Вот, и поэтому мне с этой стороны очень стал интересен мирянский народ. Вот. И я таким образом туда-сюда, сначала мансийский народ, потом мирзянский народ, вот, но потом мне сказали, что у меня, оказывается, бабушка была из Мордовии, из Саранска. Вот, я такой, ой, как интересно. Вот, и как бы на этот мой интерес к мирзянам закрепился, вот. Но я, собственно, до сих пор вот занимаюсь и мирянским, ой, нет, ну, мирянским тоже занимаюсь в какой-то степени, но я занимаюсь в основном и мансийским, и мирзянским активизмом. Вот, по мансийскому активизму я, например, делал обучающее видео, там у меня уже, по-моему, 7 обучалок залито на YouTube-канал, на русском и на английском. Вот, и по иррезианской теме тоже там много чего делаю, там пишу книжки, музыку, стихи и так далее, и песни, пляски и прочее. Вот, вот собственно, вот то, чем я занимаюсь. Вот. И когда я увлекся, собственно, иррезианским активизмом, мне стало интересно, как вообще себя назвать. Там было куча всяких имен, но мне понравилось больше имя Валдос. Вот, Валдос взять светлый, потому что у меня, ну, на картинке не видно, но у меня волосы, ну, как правило, не темные, они светлые на самом деле. Вот, просто здесь ощущение такое. Вот, и поэтому я решил назваться Арпад Светлый, типа Арпад Вал. Вот, поэтому вот так оно и закрепилось. Вот, но, честно говоря, мне не очень нравится мой никнейм, но пускай будет, раз уж он за мной уже ходит, ник, то есть если я назовусь там какой-нибудь Анди, у меня никто узнавать не станет. А вот Арпад уже как бы все закрепилось за мной, ну и пускай он как бы и будет. Ну, оно как-то и звучит романтично, ну, на самом деле интересно, на По-моему, оно мой, звучит так не сказать. романтично. По-моему, оно звучит романтично, оно звучит пафосно слишком. Я не люблю пафос, вот, но именно потому, что пафосное мне не нравится. Ну, Арпад, да, светлый, Да. да, ну да, Нет, действительно Арпад, же. а нет, Арпад света, да. Но Арпад это означает там другое значение. Вот. Там венгерские ученые не могут только понять, что это слово означает, но типа означает ячмененок. То есть это имя, вот имя их вождя было ячмененок. Вот. То есть арпа это означает ячмень, а ад это как бы деноративный суффикс. Вот. Поэтому арпад это означает ячмененок. То есть так звали их этого вождя, который привел их в Венгрию. Вот такие дела. Вот. Ну, коль заговорили о Венгрии, позволите пару вопросов. Вот, ну, ваш предыдущий спич, он заинтересовал. А что вот конкретно вас, ну, как бы, какие аналогии или что, вот, ну, конкретно вопиюще для вас стало в этой ситуации, да, 1956-го? Вот вы сказали, разочаровался в русском мире, да, что, ну, вот А что там наиболее... русские делали вообще? Что там делали вообще советские войска в Венгрии? Что они Не, там ну делали? понятно, да, Что... удушали Вот. реформы, да. Не просто реформы, там Венгрия вообще хотела уже пойти на выход как бы из-за всего этого УВД. Вот. Но им не дали. Привели войска, всех постреляли, как бы, ну и что это такое? Вот у меня сразу возникли у меня много вопросов к советским войскам. Зачем вы, чего вы туда сунулись, как бы? Ага. Ну, то есть вот, ну вот это вот практика, да, лезть не в свое дело, условно говоря, да, Да. когда там, как в пражской весне, да, или там в той же Да, Украине, я да. еще сейчас коснусь, я еще коснусь этого в дальнейшем. Да, А, ты ну да, пойдешь? я понял. Ага, хорошо, забегаю. Так, ну и тогда, наверное, коснетесь или нет, тоже ж вопрос он очевидный, да, вот Венгрия сегодня с такой особенной позицией, да, относительно там конфликта в Украине, да, с Так. одной стороны, да, а с другой стороны, имея вот тот исторический опыт, о котором мы с вами сказали, да, вот этот вот феномен, он интересен. Или тоже потом коснетесь, или Что может... касается, нет, что касается Венгрии, мне кажется, что современное как бы венгерское руководство, оно вот именно как бы Орбан и так далее, вот Орбан и вся его тусовка, они явно имеют какие-то связи с российским руководством, потому что никак по-другому это нельзя назвать. Просто вот эти вот обиды вековая, это, по сути, русские с ними никогда вообще не дружили, у них всегда были тяжелые отношения.
А тут, знаете, здрасте, типа, вот, типа, и все не так однозначно и прочее. Сами венгры, ну, насчет самих венгров, Арестович как бы говорит, что, типа, венгры, они там, нет, они там хорошие, вот, а правительство плохое. Нет, венгры тоже всякие есть. Потому что у Венгрии как бы есть претензии на Закарпатье в связи с тем, что О, ну я тут раньше... живу, чувствую, ага. Да. Ну вот у них как бы было, у них они до Второй Первой мировой войны, как бы Венгрия занимала территорию Закарпатья, вот. И поэтому, когда по Трианонскому договору на них эту территорию забрали, вот, они теперь говорят, что нет, это наша территория. С другой стороны, вот эта Триановская обида, она как бы уже тоже потихонечку сходит на нет. Вот, то есть как-то уже не хочется никому воевать за это и так далее. Поэтому как бы вот за эту Триановскую обиду они и пытаются играть, видимо. То есть, типа, я так предполагаю, что просто Кремль пообещал Орбану, что, типа, вот, мы вам вернем все по Трианону, типа, а вы нас поддержите, пожалуйста, в таком духе. Но только Орбан до сих пор не понял, что Россия уже проиграла эту войну. И он пытается до сих пор это вот все играть, 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 но Россия уже проиграла эту войну, все, да, ничего не получит. Вот, Да. поэтому ничего здесь не выйдет у них. Ну, я еще, знаете, позволю себе, да, в рамках вашего, ну, эфира, да, все-таки свою мысль добавить. Но я как украинец, да, вот я еще одну мысль не могу понять, почему тому же Орбану кажется, что это будет так легко, даже если там Россия отдаст, да. Все-таки украинские вооруженные силы, это уже я извиняюсь, не хухры-мухры, да, они могут воевать там, может быть, с трудом против России, учитывая ее там возможности, да, ну, а почему так Венгрия уверена, что пройдет победным шагом, учитывая, что и на Закарпатье, где я живу, да, много людей вот с боевым опытом реально, да, и, ну, именно, и мотивированы защищать независимость, но это так, я не буду развивать эту тему, это вот просто такой набросочек, который возник по, ну, по ходу беседы с вами, да и вообще вот свои мысли по этому вопросу. Ну, ладно, хорошо, Венгрия, может, еще вернемся, да, это такое. Я так понимаю, интерес к Эрзянам, да, и другим вот представителям, вот кого я вот просто боюсь сказать сейчас, да, у вас в Манси. орбите, да, вот он, это там, ну, происхождение, да, ваше, вы связаны, да, кровью, да, с этими народами, да, это вот Ну, так вот, я с эрзянами, я да. связан кровью. С эрзянами я связан кровью. Я как бы, у меня татарская фамилия так-то, ну, по паспорту. Вот. Но у меня есть татарские корни, осетинские корни, эрзянские корни, белорусские корни, всякие корни у меня есть. Вот. И, собственно, я, если уж на то пошло, то назвать меня русским, например, вообще никак нельзя, язык не повернется. То есть у меня вообще русского, ну, я не знаю, если как бы белорусов считать за русских, но я не считаю их за русских. Вот, тогда, конечно, можно там привязать за уши, вот, но вот я чувствую, что я не татарин, потому что татарские как бы у меня, я знаю, как ведут себя татары в нашем роду, я на них не похож. Вот, я веду себя как белорусская моя бабушка, частично как моя белорусская бабушка, частично как моя рязанская бабушка. Вот, поэтому вот получается так, такая штука. Вот. В частности, моя упертость – это вот типичная азиатская черта. Поэтому я говорю, как бы, что я эрзянин, я не татарин. Вот. А те, кто меня пытается там татаров выписывать, ну, пускай выписывают, как быть проблем. Я понял, ага. А вот тоже любопытством рожденный вопрос. Ну, эрзяне, да, уграфинский, так как-то народ, да, правильно я выражаюсь? Так, Все одно финорский, да. слово, да? Ага. А Финорский. вот, ну, я общаюсь, ну, у графины понятие широкое, да, туда входят как-то, ну, допустим, карелы, да, у меня есть знакомые добрые у канала, да, кто там, вепсы, ну, я сейчас вот навскидку не вспомню, ну, и вот как-то, ну, они имеют между собой политические и какие-то, ну, связи, да, а вот эрзяне, у меня такое ощущение, они больше тянутся, вот, ну, я не знаю, к чувашам, да, вот туда, вот, башкирам, ну, какое-то вот более такое, то ли историческое, то ли, я не знаю, ну, социально-экономическое, не, это не родство, тяготение, скажем, да, историческое тяготение к этим народам. Вот не скажете, вот существует, вот что действительно мое впечатление, я прав или не прав, что нет какой-то, ну, такой серьезной близости там с карелами, допустим, хоть и у графины, но как-то исторически разъединены. Или это у меня такое вот впечатление
какое-то неправильное. Проблема в том, что там нету четкой позиции сейчас у эрзян. То есть сейчас эрзяне очень сильно разобщены, к сожалению. Вот, и поэтому есть те, кто говорят, что типа давайте там Идель Урал, вот это вот всякое, вот это вот там с татарами, с чувашами там и так далее. Некоторые говорят, типа, давайте ближе к этим, к финнам, там, которые там этот, к эстонцам, к финнам, к вепсам, к карелам и так далее. То есть у нас разобщение сейчас происходит. Вот, поэтому нельзя что-то сказать, что куда лучше. То есть как бы регионально нашими соседями являются чуваши и татары и так далее. Вот, но как бы по крови мы ближе, конечно, к финнам. Вот, к финнам, к эстонцам и карелам. По культуре я так скажу, что я вообще даже затрудняюсь сказать, на кого мы похожи, вот, потому что... Ну, самобытная. Да, я вот любуюсь да. вот этим костюмом народным, да, вот эти сочные цвета, да, вот такие вот. Я ж не ошибаюсь, правильно говорю, да, вот, может. Ну, да. Ну, да, вот. Да и эпосами, да, ну да, самобытная такая культура, отличающаяся, да, конечно. Угу. Вот от других, да. А вы сами, ну как, какая вам, что должно быть, как, вообще должны ли быть какие-то интеграционные проекты, в которые в будущем могут быть задействованы эрзяне, да? Есть такие интеграционные проекты, ну там, я не знаю, Эдель Урал, да, тот же самый, вот эти суомские разные проекты, либо не знаю, это будет абсолютно, ну, какое-то самобытное, независимое существование. Как вот ваша мысль? Лично, значит, всего проекта, конечно, есть. Там, допустим, есть Идель Урал, тот же самый, вот этот вот. Но это проект, который развивается некоторыми людьми, вот. И я противник такого объединения там с татарами, с чувашами. Эрзяне должны объединяться с финно-уграми. Моя личная точка зрения, что эрзяне должны объединяться с другими финно-уграми. С марийцами, с этими, с удмуртами, с коми, с пханты, манси, там, карелы, финны, эстонцы. Вот это вот то, с кем нам надо делать какие-то интеграционные проекты, а не с татарами. Это потому, что вот этот весь Идель Урал, он создан на основе дружбы двух человек, понимаете? Поэтому я критически очень отношусь к этому Идель проекту. Вот, я считаю, что нужно объединяться финно-угром между собой. Вот, другое дело, что сейчас, в принципе, есть АФУН, этот так называемый. Вот, это ассоциация финно-угорских народов России, вот, но она, это ватники, они, то есть они за Русь, за матушку, вот это все 5-10, вот, за Единую Россию, но, и поэтому этот проект тоже меня особой радости не вызывает, вот, поэтому нам надо сейчас заниматься тем, что и другие народы как-то подключать к этому, то есть коми, удмуртов там и так далее, карелов. Вот. Пока что у нас происходит такая ситуация, что эти все народы, они между собой разобщены. Собственно, сейчас все финно-угорские народы, они очень сильно разобщены. По каким причинам, мне непонятно. То ли это... Ну вот, что касается эрзян, мне кажется, это разобщение, оно в принципе, оно характерно для нашего народа, потому что, например, вот в эпосе Мастарава даже описывается, как эрзяне пытались выбросить себе царя, в итоге нас и друг друга разбивали. Вот. И вот здесь то же самое происходит, что народы разобщены, вот, между собой. То есть внутри самих народов как бы есть отдельные люди, которые пытаются что-то делать, но какого-то единого такого мощного движения, какого-то объединяющего и нету. Вот. Это наша основная черта. Вот. И поэтому... Вот нужно брать вот этих отдельных людей, которые что-то делают, и как-то их пытаться вытягивать, помогать им. Тогда что-то будет работать. Вот, объединяться с татарами, с чувашами, ну, просто если действительно будет какой-то Идель-Урал, государство условное, которое там будет, которое будет, допустим, каким-то государством или около государства, конфедерацией, там, чем угодно, то просто татары нас задавят, и все. То есть, и все, и мы ничего не добьемся. Поэтому надо не татарам давлеться больше, а в сторону этих финнов, эстонцев и так далее. Ну, и с последующим они ж вот, ну, как бы, насколько я их понимаю, общаюсь, они ж потом нацелены на, ну, такую, может быть, не, ну, не глубоко политическую, однако интеграцию с Европейским Союзом, с Восточной Европой. Ценности эти близки? Нет? Я что-то сомневаюсь, что у тюрков получится... Не-не, я имею в виду как раз карелов, угро-финнов. Карелы, да.
Карелы, Да, да, у они. графины, да. Потому что тюрка, мне кажется, надо объединяться с другими тюркскими государствами, там, такими Да, как вот Турция, они. Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, вот, с тюркскими странами. Вот, а финно-уграм надо с финно-уграми тусоваться. Это моя позиция. Ну, то есть, ага, ну вот, в общем-то, впервые слышу, кстати, эту мысль, вот как-то вот действительно, вот она меня, как видите, да, волновала, да, интересовала. Я вот много, у меня, да, много вот общаюсь, динамично общаюсь с теми же карелами, вот Дмитрий Кузнецов, допустим, да, вот такой есть яркий представитель, может, слышали, да, вот знакомый у нас, много проектов, ну, достаточно много, да. И вот он среди родственных, да, исторических народов, там, вепсов называют тех же, да, тех же финнов, да. Однако вот всегда эрзиане, да, вот стояли как-то, ну, где-то в стороне, да. Это меня вот всегда вот, ну, как Да. бы интересовало, да. И вот впервые я такую точку зрения слышу. Так, ну, хорошо, ну, я так понимаю, вы уже, учитывая вашу риторику, ну, типа, можно все обсуждать, можно все дискутировать, кроме одного, сохранение эрзян в составе России, да, ну, вот, под властью Москвы. Или я ошибаюсь, или я Не, неправильно я понял. могу. Нет, смысл со мной обсуждать, а со мной обсуждать можно, никаких вопросов. Внутри России, значит, если внутри России, то лучше вот тему народа вообще не поднимать, потому что в России считается так, что все эти народы должны быть частью русского народа. То есть это как бы такая негласная установка, которая должна быть, что все народы это они должны составить культурный код русского народа. Ну вот, это как бы в России так считается. Естественно, я с этим не согласен, и я считаю, что Россия должна распасться. И, ну, я об этом еще заговорю немножко позже, когда мы будем обсуждать уже, собственно, рязанское движение. Рязанские, собственно, что нужно делать, чтобы и какие перспективы. Вот. Ну хорошо, ну тогда, если разрешите, вы предварительно сказали, что вы специалист по древней, ну не специалист, да, но знаете более, да, древнюю историю, да, эрзян, Ну, чуть-чуть, да, лучше этногенез, знаю. да, складывание. Ну что, можете что-нибудь вот прояснить, да, когда происходил этот вот этногенез, да, эрзянского народа, да, какая была религия, да, вот какая. Собственно, когда начинается взаимодействие с теми же славянами, да, и какой характер оно носило, да, вот это вот. Правомочны ли вот эти вот, как бы, претензии тех же русских, московских, да, условно говоря, на, ну, вот на то, что называть вас, как вы там сказали, русскими, да, что эрзяне, да, в основе русского народа. Да, вот. Можете вот Да. приоткрыть тайну этой древней, скажем так, истории, вот этого взаимодействия? Дело в том, что финно-угры жили на территории, вот на вот этой территории России, как бы, вот где-то примерно от Ярославля до Мордовии, то же самое, ну, до Пензенской области, они там жили аж с 1200 года до нашей эры. То есть еще до того, как вообще славяне даже появились на карте мира. Вот. И тогда уже финно-угры там жили. Другое дело, что часть финно-угров ушла на север дальше, то есть это прибалтийские финны, саамы и прочее. Вот. Часть ушла как бы в другие стороны. Вот. Но вот что касается эрзян. Вот, эрзяне являются потомками тех самых финно-угров, которые жили на этой территории 1500 лет назад. Ну, не полтора, да, сейчас, не два, две с половиной, ну, короче, в 1200 году до нашей эры. Вот. И это была культура ложной текстильной керамики. Вот. Собственно, вот с того момента, когда она появилась, там вот это вот является моментом появления там финно-угров. То есть они появились как бы археологически, они появились из ниоткуда. То есть непонятно, откуда они пришли, как они появились. Они просто появляются на этой территории и все. Но лингвистически установлено, что финно-угры пришли с Зауралья, с ближнего Зауралья, то есть примерно Екатеринбург, вот та вот степь. Вот. И вот, лингвистически смогли установить прародину финно-угров прауральцев. Вот. Это вот за Уралом прародина прауральцев, ближе уже к Прикамье это уже прародина финно-угров, то есть туда откочевали немножко, то есть прауральцы распались на самодийцев, финно-угров, вот, финно-угры уже тусовались в области Прикамья. Вот. И потом они начали распадаться как бы постепенно.
Вот. Что касается Эрдиан, значит, существует как бы общепринятая позиция. Сейчас вроде как появились какие-то опровержения, хотя я лично опровержений каких особых не видел. Я лично не видел, но если как бы кому-то больше меня известно, то пускай мне расскажут, что была градецкая культура. Это как бы общепринятая позиция, что была градецкая культура, от которой пошли эрзяне, макшане, мещера, мурома. Вот. И этногенез эрзян начался, когда после набега этих пьяноборской культуры. То есть с востока внезапно прибежали предки удмуртов. Внезапно. И они, короче, осели на западе, ну вот там, где вот Рязань, ну, короче, земли Мещеры и Муромы, Рязань, Владимирская область, там они осели. Вот, и они стали в основу как раз-таки вот удмурты плюс, вот эти праудмурты плюс вот эта городецкая культура, они сформировали основу Мещеры и Муромы. Вот, и с этого момента, с этого набега, он случился во втором веке нашей эры уже, во втором веке. Вот, и в V веке уже эрзяне и макшане, они как бы расселились по разным берегам. То есть эрзяне поселились на берегу реки Теша, где находится город Арзамас сейчас. Вот, а макшане поселились южнее. Вот, и, соответственно, в этот момент и начался, собственно, этот генез эрзян. И что касается религии. Религия была анимизмом, как и у всех финно-угров в тот момент. Вот, а вот то, что сейчас называется Иниш-Кипас, вот верховенство Иниш-Кипаса началось уже, когда начало сформироваться рязанское государство. То есть, когда появился Тюштян. Ну, Тюштян, он, в принципе, уже существовал еще до распада времена, еще до того, как эрзяне и макшане раскололись. Но вот, уже тогда Тюштян был, потому что Тюштян, он встречается и в легендах эрзян и макшан. Вот, а вот уже когда Пургас появился, вот тогда уже было вот это вот возвышение, потому что там как бы были какие-то процессы, которые привели к тому, что эрзян понадобилась своя армия, свое войско. Вот. И поэтому отсюда появился военный деятель, который назывался Иниазор. Вот. И, собственно, вот Пургас, например, вот является таким и вошедшим в историю Иниазором, который боролся с русскими. Вот. И что касается взаимодействий эрзян и русских, и славян, оно появилось, когда славяне пришли? Ну, где-то в VI веке они пришли, по-моему, в Ладогу, ну, где-то с VIII века, мне кажется. Ну, вот с этого момента примерно началось взаимодействие со славянами. Но в силу того, что славяне постоянно что-то хотели от эрзян, они иногда враждовали. В частности, в 1223 году, если не ошибаюсь, ну, в XIII веке, короче, славянские князья пошли, сначала они, короче, пришли в Нижний Новгород, основали там крепость. Вот. Нижний Новгород уже тогда, как бы там, по легендам, там находится древний рязанский город Обронош. Археологически там нету никаких доказательств. Вернее, наверное, они есть, но там ссылаются все на какую-то археологическую раскопку, которую я, например, вообще никаких свидетельств еще не увидел. Вот. Ну, я сейчас просто занимаюсь тоже вот этим вопросом, я сейчас пытаюсь разбираться во всем этом, что там и куда было. Вот. И эрзяне, и вот русские пришли на эту землю, поставили там крепость Нижний Новгород. Вот. И оттуда начали... А Пургас, этот эрзянский неозор, решил их оттуда выбить. Ну, вот. Ну, Пургаза что-то не срослось, вот, и он вынужден был как бы... Ну, как бы он потерпел поражение. Вот. И потом там случались различные там объединения, то потом разъединения вот, с различными народами. Вот. То татары пришли, ну, не татары а эти тюркские народы пришли туда, их прогнали вместе с русскими, потом русские пришли, их прогнали вместе с тюркскими народами. Вот, в общем, там каша-малаша была полнейшая. Вот. И таким образом, ну, в тот момент просто все со всеми враждовали и дружили, то есть как бы это было нормальное явление. Вот. Но вражда, например, вот не вражда, как бы, а непринятие, например, у эрзян с макшанами, оно возникло с того момента, как Пургас, как бы, вот в этом, в истории, ну, в этом, в фольклоре пишется, что Пургас, он заключил союз, по-моему, с татарами, а макшанский князь Пуреш, он заключил союз с Москвой. Вот, с этого момента у них есть терки. Вот, эти терки продолжаются по сей день, как бы, и до сих пор вот макшане с эрзянами друг друга немножко недолюбливают.
Вот, хотя А пытаюсь понять, какой-то когда. век, год, скажите, вот это вот, вот этого Куреш и водораздела. Пуркас, Да. 13 век, 13 век. Ага, 1200, да, какие-то, так Да. получается, И да. до сих пор эта вражда идет, как бы, ну, не вражда, как бы такое неприятие друг друга. Поэтому, когда пытаются говорить какой-то единый мордовский народ, но это что-то из разряда фантастики. То есть, возможно, он когда-то и был, возможно, когда-то он был, там, не знаю, 2000 лет назад, условно. Но сейчас уже никакого единого мордовского народа нет и быть не может, потому что это совершенно разные народы, и они друг друга вообще не понимают. Ну, они понимают, как бы, ну, как примерно, русские и словаки, вот примерно так. То есть какие-то простые выражения, конечно, понимают. То есть если на простом языке там простые какие-то выражения, например, они поймут. Вот. Но там отличие, например, вот от словацкого, вот русский и словацкий, там как бы все корни одни и те же. А вот в азиатском акшанском там даже корни могут различаться. То есть там не всегда даже поймешь, какое слово. Например, утро или не утро сейчас. Например, там есть слово Валске, по-моему, утро это по-эрзиански Валске, по-эрзиански Чоуда, ой, по-макшански Чоуда. Вот. Если я не ошибаюсь. Но вот, такого слова, например, нет в эрзианском языке. Или, например, по-моему, по-макшански будет работать Покамс, по-эрзиански Вожодимс. То есть там даже корни различаются. Ты не всегда даже поймешь, что это за корень, откуда он взялся. Вот. Или, например, по-макшански прыгать это Юпадемс. А по-эрзиански это блин. Нет, не Кирвастемс. Но там другое слово, короче, есть. Вот. И, ну вот, эрзианин забыл эрзианское слово. Отлично. Я просто хочу сказать, что я эрзианский язык выучил. То есть я не знал его изначально, вот, поэтому мне как бы простительно, я не являюсь носителем эрзианского языка. Хотя я говорю как бы на нем свободно, вот, но иногда некоторые слова, которые я вообще не использую, я их забываю. Вот. Ну, я Поэтому вас такие как дела. украинец, который не является изначально носителем украинского языка и который выучил украинский язык, я вас Ну да. прекрасно понимаю. Да, Ну когда, так да. сказать, клюнул петух, да, вот знаменитый, вот тогда это. Да. Тогда и... Кирвастемс. Сейчас я нашел это слово. Я понял, что Кирвастемс, но там, короче, Кирнявтемс. Кирнявтемс, вот. Я просто два слова путаю, Кирвастемс и Кирнявтемс. Вот, они просто очень похожи. Вот. Ну, звучат, конечно, ну так, как это сказать, милозвучно, да, и вот Да. что-то, ну, финно-угорское такое вот прослеживается. А вот, ну, вот религия, да, древняя, Энешкипас, да, я правильно назвал? Инишкипас, да, Инишкипас. Да, там я слышал в переводе чуть ли не единый бог-творец, или как-то вот так вот, да, вот само это слово, да, то Как-то ли... так, да. Ну, то есть Ине это великий, Ишке это создатель, Пас это Бог. Ну, То выходит есть так, Шкамс, да, что-то такое, да. ну, то есть Шкамс это означает создавать. Вот. Ине это великий, Пас это Бог, Ине Шке Пас. Вот. Но другое дело, что там есть другая версия этого имени, Нишки Пас. Ни это жена. Поэтому здесь как бы вся эта картина рушится. Вот. Но вопрос в том, насколько, может быть, это диалектное, может, еще как-то. То есть здесь это еще вопрос стоит, кто такой Нишкипас. То есть если как бы это действительно идет от слова Нишкипас, то это, соответственно, переводится вообще по-другому. То есть Нишкипас означает жена создательница, жена создатель Бог. Нишкипас. То есть Ни – это жена. Вот. То есть здесь надо понять. То есть может Ини – это просто как бы переделали уже в более поздние времена. Непонятно. Вот. Так что вопрос еще стоит здесь. А, ну то есть, наверное, да, ну знаете, вопрос уже замешательство ввели, да, или как, ответили уже. Ну, я хотел уже, конечно же, да, вот спросить, да, можно ли считать, что это пантеистическая уже, по сути, религия, да, что она предвосхищает Политеистическая, да. пантеизм как, ну, это ж по сравнению с язычеством все равно какая-то вот шаг вперед, да, считается Но это не религией. политеизм, это анимизм. Это анимизм, по сути, пережитки анимизма. То есть вообще изначально как бы у эрзян были боги, там, допустим, Астарава, Видява. Вот. То есть это все были духи, которыми им поклонялись. Вот. И как бы изначально финно-угорская религия, она состояла в том, что был как бы единый бог Демиург, действительно, он был. Вот. Но он как бы не занимал какого-то особенного положения.
Вот, то есть был бог Демиург, к нему как бы обращались, но все равно там вот духи, они как бы все равно почитались очень сильно. Вот, поэтому он как бы был первым, ну, как бы первым среди равных, условно. Вот, и вот поэтому, когда говорят о Инишкипазе, там, допустим, что Инишкипаз, давайте молиться Инишкипазу, монотеизм и так далее. Это, на мой взгляд, это просто влияние христианства. То есть они пытаются на рельсы христианства просто напялить вот эту вот христианскую религию. То есть типа, давайте типа давать Бога не Богом, а Инишкипазом, вот в таком духе. То есть они пытаются все то же самое надевать, как бы напяливать на христианство. Но это так оно не делается, как бы. То есть христианская религия, она это анимизм. То есть это вера в силы природы. Вот. А вера в силу природы, вот если мы смотрим на это само понятие веры в силу природы, то, соответственно, Паксява, Видява, они как проявители как бы вот этой вот сил природы, им и молятся, по сути. То есть, я говорю, тут была, то есть Инишкипас, он как бы выполнял роль как бы, ну, Демиург, действительно. Все. И как бы он создал землю, а дальше там уже Видява, Паксява как бы им поклонялись. Вопрос в этом. Ага, разбирайтесь, как хотите, да. Он свою задачу выполнил, да, ну, Но Демиург. сейчас уже на самом деле, ну сейчас, ну да, сейчас уже как бы трудно уже разобраться на самом деле, что и как, потому что рязанская культура, она очень сильно уже подверглась христианскому влиянию и прочему, поэтому сейчас уже трудно понять, где как бы правда, где неправда, где рязанская культура, где уже какое-то русское влияние. Вот. Но и как бы если разбираться, например, в других финно-угорских языках, в других финно-угорских культурах, там становится понятно, что ну как бы там вряд ли было такое, что там был какой-то единый бог, которому все поклонялись. Не было монотеизма. Ну, я понял, ага, критически. Да. Вот тот же ислам, да, я так знаю, чуть ли не политическое было, ну, какое-то, ну, подчинение, может, это не то слово, да, однако вот такое политическое взаимодействие было сначала с Волжской Булгарией, да, ну, это я так... Может, где-то я тут ошибаюсь, а потом Золотой Ордой, да? Было ли такое? И было ли влияние ислама, допустим, да? В период. Но если оно и было, то сейчас его практически не заметно. Вот у Манси, оно там видно прямо это влияние. То есть там, например, у Манси есть такая традиция, например, когда входит, допустим, ну там тесть входит, женщина должна накрываться платком. Вот такое вот. Вот это у Манси, например, есть. То есть у них прям видно это влияние ислама. Вот, у Эрзиана ничего такого исламского там не сохранилось толком. А Ну, насколько было я ли понимаю. вообще доминирование булгар или Не знаю, монголов? Монгол это... не могу ответить. Да? Я А, про это это уже ничего не как знаю. бы, да. Да. Да, я просто, ну, знаю, что сначала, да, вроде как доминирование было, а потом, когда Орда стала приходить в упадок, там какой-то был период даже независимого существования, а потом в какой-то момент появились белые сагибы из Москвы. Да, ну я тут, ладно, да, это уже как бы более современная история, да, не будем ее, я так понимаю, обсуждать, да. Ну да, но в эрзянском, конечно, есть много всяких татаризмов, там, например, слова пакси, пек, это все вот от татаризма. Вот. Но какого-то прям влияния такого, что культурного, я не наблюдаю у эрзян. Вот. То есть, как бы, ну вот всякие исламские черты, они сразу видны, когда они, то есть, при том, что накрывание платком головы, вот, допустим, когда входит какой-то мужчина, допустим. Вот это классическое влияние ислама. Вот. А чтобы у эрзян, я такого не видел. Ну и сегодня христианство, да, вот у Да, Польши. сегодня христианство, причем подавляющее христианство. То есть там реально оно, даже у эрзиан, которые там пытаются верить в Инишкипазу, условно, вот которые Инишкипазе, это тоже, по сути, такое же христианство, только там боги по-другому названы. То есть, там от анимизма, того анимизма, который был изначально, там уже мало чего осталось. Ну, вот это полушуточный вопрос. Да, говорят, что именно эрзианы научили русских носить лапти. Ну, это так, я, знаете, глумлюсь. Правда, нет? Что, Понятия не это имею. анекдот, да, такой исторический?
не только лапти, они их еще это с деревьев спустили русских. Я понял, да. Я понял, ага. А когда вот это вот, ну, как бы, уже пошло такое политическое подчинение? Хотя бы, ну, какой это был период, когда вот, ну, Московия или Россия конкретно стали наезжать, да, на Ну, это эрзян, да? случилось в этом, когда Иван Грозный захватил Казань, ну, тогда все это началось. То А, ну, есть, я в принципе, понял, это ага. еще наезды начались еще в 13 веке, по сути, когда князья начали там совершать набеги на Рязанскую землю, тогда уже начались наезды. Вот, но конкретно уже начали давить, когда Иван Грозный как бы пришел в Казань, вот, и тогда вот уже началось это конкретное прям подавление. Вот, и то, что я, например, наблюдаю, что в этом 18-м у нас есть документы 18 века с рязанским языком, и там рязанский язык, он практически не отличается от современного. Там есть, конечно, кое-какие различия, вот, но не отличается. Это говорит о том, что русское влияние уже на тот момент было достаточно сильным. Вот. И то, что у нас ничего не поменялось с тех пор, это означает, что как бы все, где было, там и осталось. Понятно, так. Ну и, ну, я не буду задавать, да, тут вопросы, да, касательно там национального возрождения, да, 19 века, 20 века, да, я так понимаю, это. Нет, Ну. в 19 веке там, значит, в 19 веке там еще не было еще никакого национального возрождения. Там, скажем так, в веке 18 там было Тирюцкое восстание и было восстание этих Кузьмы Алексеева. Что произошло в 19 веке? Ой, в 18 веке, вот когда в 1743 году. Значит, русские решили поставить монастырь прямо возле рязанских языческих земель. И решили навязывать им православие. А те, кто сидели в монастыре, они очень много пили, пропили все имущество монастыря. Вот. И когда они хотели устраивать, ну, когда они хотели навязывать православие, вот, они прям насилием насаживали православие, били людей, измывались над ними. Ну, короче, классический русский мир, каким мы его знаем. Да. Вот. И, в общем, в итоге они... Когда этих монахов после одного из насилий прогнали, вот, сами рязяне прогнали, вот, они написали нижегородскому епископу. Нижегородский епископ приехал, а нижегородский епископ до этого, он сказал, типа, сжигайте все мечети мусульманские, которые увидите, все сжигайте. Вот, он увидел короче, рязанское кладбище языческое и повелел его сжечь. Вот. И когда он начал его сжигать, и собрались рязяне и надавали тумаков уже самому этому нижегородскому епископу. Ну, вот. Но после этого началась война длиной, по-моему, год с рязянами. То есть год Московское царство воевало с рязянами. Вот. И возглавлял при этом это движение Несмеян Васильев. Вот. Ну и после этого рязанское движение подавили. Вот. Просто потому, что у рязян, по-моему, закончились припасы съестные, вот. Им они вынуждены были сдаваться. Вот. Но молва ходила по народу. Вот. И одним из тех, кто слышал эту молву, был Кузьма Алексеев, который слышал про то, что вот рязяне, они пытались сопротивляться, их подавили. Вот. И поэтому Кузьма Алексеев решил, так дело не пойдет, мы будем, типа, вот опять рязанское возрождение. Опять начал читать, ну, опять начал собирать людей в этих священных рощах. Ну, вот. И там были ФСБшники местные, которые это был, ну да, которые, ну там, в конце уже 18 века там были свои ФСБшники, вот, которые узнали, ага, есть какой-то Кузьма Алексеев, который занимается каким-то еретичеством, вот, распространяет информацию, порочащую нашу великую страну. Говорит, что типа, вот, освобождение придет с Запада. В общем, какой-то этот иноагент проплаченный, короче, вот так. Ну Вот, да, и в я общем... понял. И в общем, в итоге, короче, опять началось восстание. Ну и, в общем, в итоге Кузьму Алексееву сослали. Вот. Но как бы на этом история не закончилась. Еще было в 20 веке. Там был во времена коренизации, как бы, при раннем Ленине, как бы,
Там было разрешали там заниматься языками, там всячески поддерживали это дело, занимались там развитием языков. Собственно, большая часть литературы, которой мы пользуемся сейчас, она сделана в это время. То есть там всякие словари, там некоторая часть грамматики, она написана именно в то время. Особенно, например, по мансийскому языку, там все было написано именно во времена Ленина и раннего Сталина. Вот, пока их всех не расстреляли, всех, кто этим занимался, ну, не А сослали. кто там был? Вот. Какой-то был апостол такой, ну, мощная фигура вот именно Да, этого времени. в Арсианском движении это был Анатолий Рябов. Анатолий Вот, Рябов, да? да, Анатолий Рябов, и он был лингвистом арсианским, который, собственно, занимался тем, что он записывал грамматику арсианского языка, вообще занимался арсианским языком. Вот, но его, короче, расстреляли в итоге. Вот. Ну, там у каждого народа был свой апостол. Например, у удмуртов это был Кузьбагерд. Вот. И потом был у иртян еще такой писатель, как Яков Кулдуркаев, вот, которого сослали. Вот. Но он потом вернулся с ссылки, дописал свою поэму «Эрмесь». Вот, и в итоге она вышла, и сейчас ее можно там найти и так далее. Вот. Ну, Яков, еще как-то раз так. скажите, пожалуйста. Яков Кулдуркаев. Кугуркаев, да, правильно? Кулдуркаев. Я сейчас напишу в чате. А, если можно, да, это уже как бы для... Яков Кулдуркаев. Сейчас. Поэт, да, я так Да, понимаю. поэт. Кулдуркаев. Кулдуркаев. Вот. А, Кулдуркаев, ага, Да. Кулдуркаев. Ну, собственно, работаю над изданием, над книгой об истории коренных народов, да, вот Да. интересуют, да, вот такие вот интересные, ну, частности, да, связанные с тем или иным народом, да, вот Да. кто был апостолом, кто создавал литературу, вот период, ну, хочу так систематизировать, да, по этому вопросу. Какие-то Ну да. представления. Так, ну что, дальше репрессии, да, я так понимаю, непроглядный Да, мрак, репрессии, да, репрессия, да. непроглядный мрак. Вот. И в 90-е, когда начался распад России, ой, распад СССР, распад России сейчас начался. Вот. Ну да. Да, распад СССР, когда начался, начались опять и национальные движения. Вот. И во главе национальных движений стали Йоло-Ньоло, ну, по российскому паспорту Владимир Ромашкин. Вот. Кроме него встали, ну, он, собственно, до сих пор является как бы этим таким апостолом, что называется, арсианского движения. Вот. Значит, Владимир Ромашкин, Марис Кималь, вот. Ну и много других людей, которые как бы занимались арсианской культурой. Вот. Они как раз занимались развитием. Они создали там, они возобновили райский неоск, то есть народное моление. Вот. В общем, они до сих пор как бы, ну вот Йоло-Ньоло уже, к сожалению, умер, а Марис Кималь до сих пор жива, и они как бы занимаются до сих пор этими ирландскими делами. Вот. Но сейчас, короче, вот что касается нынешних вещей, сейчас, например, русские власти, они полностью прихватизировали наш райский неоск, превратили его в праздник с песнями, плясками и даже запретили там арзианский флаг вывешивать. Ну что это такое? Вот, поэтому русский мир. Ну да, вот скажите, ну все-таки вы называете одно имя, да, и называете абсолютно другое русифицированное. Что это вот за практика, да? Это получается какая-то целенаправленная, ну я так вот, как так. Ну, знаете, ну, допустим, возьмем там республики, да, все равно люди там, ну, особенно в Средней Азии или в Прибалтике, так или иначе оставались со своими именами, да. Ну, может, они там, Да. ну, я вот Набока, да, условно говоря, да, Угу. это Ну. украинское Угу. прозвище, фамилия, да, Угу. на Украине. А, ну, есть же Набоков, да, это вот Да. русифицированное то же Да. самое название. А тут вот, ну, все равно, видите, ну, как бы остается основа, ну, в именах собственных Угу. национальная, да, так или иначе. А тут я вижу два противоположных абсолютно по звучанию имени. Что это? Это какая-то целенаправленная вот перемалывание? Или почему вот так?
Я думаю, да, потому что у нас в иорзянском обществе до сих пор даются вот эти вот имени, родовые имена. То есть, например, вот у нас есть такой журналист, как Зиньор Сантяй. Вот, его все знают как Сантяй. Вот, я называю как Сантяй. Вот, но у него по паспорту у него имя Александр Данильчев. Вот. Но как бы он ведет свой род не, от, не, не по имени Данильчев, он ведет свой род к Зиньорате. То есть у него есть отец, ой, не отец сейчас, дед или прадед Зиньорате. Прадед, по-моему, Зиньорате. Вот. И как его точно звали, я уже не помню. Вот. Но вот, пожалуйста, классический пример того, когда у человека есть эрзианское имя. То есть и до сих пор, кстати, у разных людей, вот как у эрзиан, есть как бы два имени. То есть одно из них как бы родовое, а другое по паспорту. Вот. То есть, ну, там больше именно фамилия, это к фамилии относится. Вот. Имя, как правило, там, я не знаю, запариваются, не запариваются, вот. Но вот фамилия у всех арзиан точно до сих пор это сохраняется. Вот, до сих пор. А вот, ну, вы сказали, да, ну, перестройка, да, бурление вот это вот, да, зарождается национальное вот движение. Оно какое было, этнографическое больше или уже политическое? Ставились ли там задачи суверенитета, да, там, автономии в составе демократической России, либо полной независимости? Были ли, ну, вот, в принципе, политические какие-то задачи, или это больше вот культурно там какое-то вот такое вот... Ну, хотели политически, а получилось культурно. Я так это вижу. Потому что политически, ну, они были слишком добрыми. Они говорили о том, что, типа, вот, эрзианский народ там сохранить. А нужно не сохранить эрзианский народ. Надо было четко поставить цель развалить Россию. Все, вот это должна быть единственная цель в таком случае. Развалить Россию, развалить Советский Союз и так далее, там, что получилось. Я хочу сейчас немножко, как, кстати, уже коснуться уже непосредственно того, о чем я хотел сказать. Ну да. Ой, я, может, вам заморозил. Ага. Так, да. Да, потому что дело в том, что для того, чтобы в эрзианском движении, чтобы вообще понять, вот, собственно, что нужно делать, нужно, во-первых, поставить себе три вопроса, самое главное. За что бороться, с чем бороться и как бороться. Вот. И, соответственно, бороться нам нужно за восстановление независимости Эрзерн-Мостор. То есть нас не интересует ни федерация, ни конфедерация, ни любой другой вариант сохранения Российской Федерации, потому что она мгновенно приходит в империю. В частности, например, вот когда мы помним, пришел Ельцин, он весь был себя такой свободный, демократический, либеральный. Ну а что он сделал? Он устроил войну против Чечни. То есть просто ввел туда танки и разбомбил все. Ну и зачем он такой? Зачем он такой этот свободный демократический идеал? Он был очень популярен. Если он был очень популярен в народе. Но получилось так, что он устроил войну, и в итоге как бы такое же абсолютное имперство, как и всех остальных было. То есть где гарантия, например, что если, например, придет Ходорковский какой-нибудь или еще кто-нибудь, не будет такого же имперства. То есть не будет опять этих геноцидов без прощающихся. Потому что мы постоянно вот, на протяжении всей истории видим, что одна и та же история происходит. И здесь я перехожу уже ко второй части, с чем бороться. Нам надо бороться не с русскими, не с русским народом, не там с русским языком, а с русским миром. То есть это идеология имперская. То есть проблема же даже заключается не столько в русском языке, а сколько в имперстве. То есть желание подавить другой народ и сказать ему, что вот, ваша культура ничтожна, а вот наша культура, она действительно очень мощная. То есть мы вас научили, и деревья вас пустили, и так далее. Вот. И такое вот имперство, оно появилось не вчера, не сегодня. Оно появилось уже давно. В частности, например, еще в прошлом веке, допустим, в начале прошлого века было подавление, если не ошибаюсь, в прошлом или позапрошлом, ну, короче, было подавление в Туркестане. Вот, подавление мест коренных народов. Они сказали, просто к ним приехал русских, и сказали такие, что типа вот мы здесь типа хозяев. Ну, им сказали, типа, вы здесь не хозяева, вы здесь кто. Вот приехал этот русский генерал Куропаткин, русский генерал, и устроил там геноцид. Просто откровенный геноцид. Ну вот, поэтому я говорю, это началось не вчера, не сегодня. Вот эта вот идеология насилия, которая характерна для русского мира, она тоже началась не вчера, не сегодня. Еще, как мы видим, в 18 веке даже, когда было Дерюсское восстание, уже тогда были вот эти вот методы там порвать, убить, изнасиловать и так далее. Это все было, это все сохраняется по сей день. Поэтому я говорю, когда, например, Арестович говорит, что типа это путиноиды, а вот русские, они могут быть по-другому. То есть типа это все путиноиды устраивают. Это не путиноиды, это типичный русский мир.
И здесь говорить о том, что какие-то там путиноиды что-то там виноваты, здесь не путиноиды виноваты, это просто уже это само по себе так существует. Потому что это хоть путиноид придет, какой-нибудь там, я не знаю, Ходорковский, никакой разницы не будет. Потому что вот это вот желание насиловать, убивать, это оно уже в крови, по сути. И здесь нужен уже психиатр, мне кажется, народный, а не какой-то там этот лидер новый. Потому что над этим вот желанием, над всеми издеваться, писал даже Чехов в своей книге «Палата номер 7», «Палата номер 8», по-моему, как так называется. Да? Mm-hmm. Вот. И вот там же тоже то же самое. То есть там был охранник, который всех мутузил дубинкой, вот. А потом, когда начальник больницы сам попал в этот в палату номер 6, палату номер 6, палату номер 6, вот так называется точно. Да, в палату да, номер да, 6 да, он попал. Ага. Палату номер 6 он попал, его уже начал охранник мутузить дубинкой. То есть вот классический, вот это и есть русский мир, понимаете? То есть никакого диалога, не надо никакого диалога, вот еще какой диалог, не надо ни с кем говорить, просто надо бить палкой по голове и все. Вот это и есть русский мир. И вот это совмещение, вот это вот насилие и имперство, вот это вот все вместе, вот это вот и есть русский мир. Поэтому именно с этим надо бороться. Поэтому когда начинают там строить какие-то империи, там великие финские империи, великие там тюркские империи, это абсолютно такой же русский мир. Вот абсолютно такой же, никакой разницы здесь нет. То есть это просто мы меняем шило на мыло. То есть, допустим, если мы построим, например, Великую Финскую империю, это будет абсолютно то же самое, что абсолютно такой же русский мир. Они, конечно, нет. Я понимаю, что в голове у этих людей, они думают, что можно построить какую-то другую империю, которая будет лучше, но нет. Лучшей империи не будет. Здесь нужно, во-первых, бороться с тем, что типа за то, чтобы у каждого народа была своя земля, у каждого народа, даже у русских должна быть своя земля. То есть, Брянск, Калуга, там, Тула, Курск, Белгород. Вот, пожалуйста, это русская земля. Вот. Ну, Брянск там плюс-минус. Ну, там Белгород тоже. Недавно у меня была беседа. Да. Да. Ну, тут вот есть территория. Определенное украинское видение ситуации. Да. Ну, ладно, не будем да. об этом. Но это уже сами там разбирайтесь, что да, и как. Да, вот. Да. Но когда, у русских тоже должна быть своя земля. Как минимум, Калуга, Москва, вот тут русская территория. Калуга, Москва, Тула. Как минимум. Ага. Ну, это как минимум. Ну, да, там вот. Да, вот так. Поэтому вот, у русских тоже должна быть своя земля. Никто им не говорит, что мы вас будем уничтожать, насиловать, убивать. Это нас все насилуют, уничтожают, убивают. Вас-то никто не будет убивать, потому что мы нормальные люди, мы не будем вот этим всем заниматься. Мы как бы, у нас нет вот русскомирности. Я стою на том, что нужно уметь договариваться с людьми и понять, чего они хотят. Вот. Если ты можешь понять, что они хотят, тогда, конечно, будет какой-то смысл. Ты будешь просто бить дубинкой, говорить, ты не прав, поэтому вот я тебя сейчас замочу, но это будет такой же абсолютно русский мир. Вот. И дальше. Значит, соответственно, теперь переходим к следующему вопросу. Как бороться? Значит, для начала нужно что-то нужно делать внутри. Вот это вот все почему-то пропускают, это абсолютно, считают это абсолютно неважным. Нужно распространять рязанскую культуру внутри самой Рязани Мостовой. То есть, что такое Рязань Мостовой? Это территория от Нижнего Новгорода и все, что вниз. То есть, все, Арзамас и так далее, это все Рязань Мостовой. Кто-нибудь там про нас вообще хоть что-то знает? Ну, есть, конечно, отдельные люди, там какие-то единицы, которые знают про нас. Но в остальном про нас вообще никто ничего не знает. Они даже не знают, что это территория Рязани Мостовой. Они считают, что это русская земля, Нижегородчина, условно. То есть, и поэтому, а это наш хаймат, это наша родная земля, Арзамас, мы оттуда пошли, ярзяне. Никто об этом не знает даже. Собственно, Арзамас, оно переводится как земля ярзян. То есть, Арза – это Эрзя, Мас – это земля. Ма и Мас – это типа это земля. Вот, Арзамас – это ярзянская земля, об этом никто не знает даже. Вот над этим надо работать, чтобы распространять знания об рязанской культуре, самой рязанской культуре, внутри самой Рязани Мостовой. Причем распространяться не какими-то политическими лозунгами, там вот мы вас сводим, там подчиняете, там поддерживаете, там, я не знаю, там наших кандидатов. Надо именно мягкой силы как бы показывать, что вот есть рязани, у них есть своя культура, то есть нужно мягкой силой работать. Потому что даже если мы условно придем там, армию захватим, то сам народ то не будет готов к тому, что это, к тому, что к новой власти, допустим, рязанской даже, если да, приведут рязанские патриоты, люди-то все равно останутся ватными, как они сейчас остаются.
И Вот здесь это, надо кстати, работать достаточно. вопрос, да? Вот Да. каковы, ну, перспективы, да, вот движения, да, Я вот. сейчас дойду до этого. Я сейчас до этого дойду. Значит, к сожалению, сейчас очень много аверсян, они и на территории самой Мордовии. Я уж не говорю про Эрзимастор, там вообще все очень плохо вот по этой части. Если мы сейчас будем ставить упор на военную силу, то есть именно на военную силу, и там какую-то внешнеполитическую силу, то мы ничего не добьемся. Значит, но я хочу сейчас еще до этого дойду. Значит, что нужно делать еще снаружи? Еще снаружи кое-какие действия надо делать. Я знаю, что в Украине, например, распространен такой образ, что типа есть макшане злые, которые там пришли и захватывают там несчастную Украину, вот, и типа макшане, вот, русские это на самом деле макшане, которые вывезли из болот Москвы там и так далее. И Арестович поддерживает этот нарратив, что типа у нас есть какие-то людоеды в Мордовии, там, в Москве, под Москвой, которые вылезли из своих болот и теперь занимаются, там, у них культ сатанизма был и так далее. И даже вызвал фотографию финского Йолупуки. Что вообще, учитывая то, что Финляндия помогает и Украине, я бы вообще это воспринял как какую-то госизмену, потому что, ну, как так, все тебе Финляндия помогает, а ты скажешь фотографию Елапуки и говоришь, вот это русский мир. Ну, что это такое? Ну, то есть, нет, ну, Арестович, конечно, я не считаю его госизменником, вот, но, как бы, это пускай сами украинцы решают. Ну, вот, но вот это вот факт того, что Эрзян и финнов вообще, вот эта финнофобия, что, типа, эти грязные финно-угры там пришли на нашу землю, финно-угры сами, это, у них самих проблемы, их самих нужно спасать. Поэтому нужно развивать их образ как порабощенных народов, которым нужна независимость. То есть нужно объяснять людям, что мокши – это вовсе не какие-то монстры, которые там мокрые, мшистые, как это кажется из названия, которые пришли захватывать там… нет, есть, конечно, мокшане, я уверен, которые пришли захватывать, но эрзяне и мокшане, есть, например, эрзяне, которые воюют против российской власти. Это, например, Иньязор. То есть Сирис Болин, он занимается как раз-таки, он является бойцом ВСУ. Об этом мало кто знает. Ну, вот, но об этом тоже нужно объяснять, что у нас есть эрзяне, которые воюют против России. Вот, и Макшан, собственно, тоже нужно распространять не как какой-то народ, не как москалей, а не как синоним москали, а как отдельный народ, которому тоже нужно помогать. Что касается перспектив, значит, здесь тоже существует два понятия. Две вещи, которые влияют на это. Во-первых, сплоченность самого эрзианского движения. Если мы так дальше будем работать поодиночке, и кто в лес, кто по дрова, и будем еще ругаться друг с другом, там, допустим, то ничего хорошего из этого не выйдет. То есть нам нужно объединяться, нужно сплочаться, и нужно заниматься распространением. Нам, как эрзианскому движению, нужно прежде всего думать о том, что делать самой Эрзимастор, чтобы добиться независимости. То есть ну, нам нужно заниматься этим, распространением эрзианской культуры, эрзианской науки. Вот, например, до меня вообще эрзианской науки практически не существовало. То есть до того, как я написал учебник по физике, учебник по микроэкономике, учебник по математическому анализу на эрзианском языке, никто за эту тему вообще не брался. Почему? То есть это то, чем должны были заниматься, там, то, чем первым надо заниматься. Потому что если у нас будет независимость, надо будет как-то объяснять детям рассказывать, там, передавать им математику, физику, там, все науки на эрзианском языке. А если у нас этого не будет, у нас просто будет такое же абсолютно все на русском языке. И какой смысл нам от этой независимости, если у нас все будет на русском языке? Все будет на эрзианском, но на русском языке. А носители, например, которые смогут уже перевести эти термины не так как там уже обрусевшие эрзиане хотят, а так, как они сами чувствуют. У нас пока что есть носители. Вот с носителями надо все это прорабатывать, чтобы у нас термины устанавливали не там, языковые активисты, которые там уже там, восьмая кровь на этом, а именно сами эрзиане, чтобы устанавливали эти термины, исходя из того, как они чувствуют язык. Ты с ним объясняешь, и они как по своим чувствам уже устанавливают этот термин. Вот. И тогда, вот сейчас, вот самое время как раз этим заниматься. На самом деле, заниматься было еще давно надо было. Но сейчас вот, еще пока что можно что-то восстановить. Потом такой возможности не будет. Если мы что-то будем восстанавливать уже, когда будет у нас независимость через Мостор, который еще непонятно будет ли, вот, то мы просто потеряем носителей, и мы не сможем уже ничего восстановить. Поэтому сейчас на это надо делать упор. И то есть состояние науки и культуры. Ну, вот. Но пока что, к сожалению, азиатский народ очень сильно разобщен. Вот, и надо найти какое-то что-то единое, за что, вокруг чего надо уцепиться. Этим чем-то единым должна быть, кстати, азиатская культура. То есть разные люди, разных все направлений, даже вот я хочу здесь сказать очень важную вещь, что любой народ, ну, как бы любой руководитель какого-то движения должен устанавливать как можно больше дружеских связей, чтобы через них как-то влиять на ситуацию.
они отталкиваются от себя людей. Поэтому здесь должен действовать принцип, которым пользуются разведчики. Принцип контрразведки заключается в том, что искать друзей среди врагов. Поэтому если ты находишь друзей среди врагов, то ты можешь через них влиять на обстановку и проталкивать тот нарратив, который тебе нужен. И вот это вот точно надо заниматься сейчас. Они там вычеркивают из россиян всех тех, кто тебе не нравится, или там по каким-то причинам он с тобой не находится ни в одной позиции. Вот. Второе, что влияет здесь, кроме сплоченности самого резервского движения, здесь нужна позиция Украины и стран Запада. Потому что Украина будет явно в позиции победителя, страны победителя, она будет решать в итоге, что делать с Россией. Проблема в том, что сейчас ни страны Запада, ни Украина толком не знают, что делать с Россией, потому что, с одной стороны, есть два направления. Либо мы оставляем Россию в ее прежних границах, либо мы ее разваливаем. Вот. Но проблема в чем? Если оставить Россию в таком виде, в котором она сейчас есть, то у нас случится такое, что Россия может восстановить опять армию, построить опять новую армию и пойти с новой второй русско-украинской войной. И ну это да, уже... более того, это будет приоритет, я думаю. Да, и мало того, значит, это уже происходило в истории других стран. Например, когда Франция разгромили наполеоновскую Францию, им оставили, опять же, вот эту территорию, которую она занимала до расширений. Вот. Но к чему это привело? То есть Наполеона разгромили, там сослали на Эльбу, вот. Но потом случилось через какое-то время уже, появился Наполеон III, который хотел опять вот эти все территории собрать, то есть хотел опять перекроить карту Европы. Но из-за того, что он был этот, тут я сам открою, у него ничего не получилось. Мало того, там появился Отто фон Бисмарк, который начал сам перекраивать карту Европы. Поэтому умный Отто фон Бисмарк против глупого Наполеона III получилось, естественно, так, что карта Европы действительно перекроилась, но не в пользу Наполеона III. Но если Наполеона III получилось, если кто-то пришел, кто, например, не понимал, Наполеон III, например, еще один Наполеон, то, конечно, вся эта ситуация повторилась, потому что ирентизм, вот эта обида национальная, она остается. Второй пример такого, это когда это Германия после Первой мировой войны. То есть Третий рейх, он появился после того, как Германия проиграла в Первой мировой войне. То есть, но им опять же оставили их территории полностью. Их не стали разваливать, раздробить и так далее. Им оставили территорию. Но привело к тому, что Германия просто построила новую армию и пошла воевать вновь. То есть, и вот здесь то же самое будет. Во второй раз ему уже этого не простили. Второй раз их просто взяли и поделили вот так вот стеной на две части. И одна часть ушла к Западу, вторая часть начала контролироваться Западом, а другая часть начала контролироваться Советским Союзом. Ну вот. Вот то, что произошло. Поэтому Германию, по сути, развалили. Натурально, вот развалили. И ну, потом да. Уже, когда рухнула Берлинская стена, там уже началось объединение какое-то, но уже к тому моменту никаких остатков вот этого вот нацизма не осталось. Вот, и здесь то же самое надо сделать. Надо просто развалить Россию, чтобы вот эта вся вакханалия прекратилась раз и навсегда. Потому что если это не будет сделано, скорее всего, Россия снова соберет армию и пойдет и на Украину, и на Европу, и на кого только не пойдет. Вот. И этого нельзя допустить ни при каких обстоятельствах. Это является основным вопросом безопасности Европы. Поэтому Европа должна в первую очередь об этом обеспокоиться, чтобы Россия распалась. Причем распалась так, что не так, чтобы они там начали друг с другом воевать. Распалось так, чтобы они как бы жили в другом мире. То есть, вот, цивилизованный это должно... развал. Да, цивилизованный развал. Вот. Ну, то есть, например, вот как Эстония, например, нам говорят, что типа, мы хотим, чтобы все начали друг с другом воевать, допустим. Потому что развал, он придет в любом случае к войне. Но, допустим, у нас есть, например, Эстония, Латвия, Литва. Они же не начали между друг с другом воевать. А почему мы должны тогда? То есть, вот здесь надо сделать так, чтобы у нас распад пошел по Балтийскому пути. То есть распад, и дальше как бы каждая страна уже куда хочет, туда идет. Вот. Но так, чтобы они друг с другом не воевали. Потому что есть, конечно, территориальные противоречия. Там, допустим, часть татар, например, живет в Башкортостане, часть, например, чуваши живет в Татарстане. Вот. Эти вот межнациональные противоречия, они есть. Вот. Их надо каким-то образом решать. Как они это будут решать? Вопрос, конечно, стоящий. Вот. Тут еще вопрос, знаете, я, ну, все эти вопросы изучаю, да, много, вот, собственно, если бы их не, Москва в этих конфликтах еще занимает роль разобщителя, да, вот вы сказали о башкирах и татарах, например, да, о, я не знаю, о Нагорном Карабахе, можно сказать, о Донбасском конфликте, да, вот, в Украине 2014 года. Да, противоречия везде были.
Да, есть. Но, собственно, если бы не управляющая роль, там, спецслужб, ФСБ, Москвы, то, возможно, они бы и не вылились. То, что они выливаются, Да. да, возможно бы вот все развивалось бы другим, ну, по другому абсолютно сценарию, да, поэтому я тут Ну да. согласен. Ну да, вот я понимаю, да, о чем говорите, в общем-то, для меня прообразом украинской войны является война в Чечне. Да, вы говорили про Наполеона Третьего, да, про Германию с ее реваншизмом, да. Ну, мне как-то более даже вот аналогия Вторая Чеченская война, да, вот по сути, да, Хасавюртовские соглашения вроде как прекратили огонь, а потом Путин приходит, да, к власти, и новая война в Чечне, да, то есть вот неразрешимые эти противоречия, о которых вы говорили, ой, неразрешимые или зафиксированное российское состояние, да, оно привело, по сути, к новой второй войне в Чечне, да, более уже глобальной и масштабной. Вот так оно может и в данном случае быть, согласен. Ну и последний, наверное, вопрос, да, вот война в Украине. А кстати, хотел, у нас был Алексей Ковалев, вот если не ошибаюсь, наш друг, знакомый украинский историк, он, кстати, Макшанин, да, он как раз, у нас была Да. беседа, да, на канале, он как раз доказывал, что Макшане не являются россиянами, что вот это все фейки, да, надо их забывать Да. Он потихонечку. мне как раз таки, именно он мне и говорит о том, что никакой грецкой культуры не было. Вот. Но я пока что не могу найти этого никаких подтверждений. А, я понял. Ага, то есть вы знакомы, да, развиваете. Да, Да. он такой вот мощный и завзятый. Господи, украинские слова иногда. Энтузиаст, да, вот изучение Да. данных вопросов, да, вот такой. Ну и последний тогда вопрос, он касательно Украины, да, украинского конфликта, войны вот этой вот, да. Каким образом, на ваш взгляд, повлияет, да, этот конфликт на, ну, развитие, на развал России, на независимость россиян? Он уже Повлияет? повлиял, он уже повлиял, он уже повлиял. По сути, вот и сейчас российская власть даже не знает, что теперь с этим делать. То есть, когда началось вот это вторжение, оно, то есть, многие народы, как бы началась война за русский мир. И люди, которые говорят, а какого черта мы, например, не русские, вот, у людей сразу начало переклинить в голове, что что-то не так. Вот. И после этого начался резкий просто рост интереса к коренным народам, и появилось такое понятие, как деколонизация. То есть это движение, это целое движение огромное просто. Оно началось именно в России после того, как Россия решила вот так вот просто совершить полномасштабное вторжение. Вот. И поэтому вот эта вот деколонизация, теперь непонятно никому, что с ней делать, потому что те вопросы, которые задают деколонизация к российской власти, вообще ко всей оппозиции в частности, они просто, никто даже не знает, что теперь с ними делать, потому что они задают вопросы не только российской власти, но и оппозиции, которая тоже иногда бывает имперской. Допустим, они говорят, а может мы лучше федерализацию сделаем? Ну как бы, ну вдруг, это же лучше, правильно? Деколонизаторы говорят, типа, нет, мы знаем, что такое федерация, не надо, спасибо, нажрались уже. Да, Вот, Ельцин, спасибо. поэтому Лицемерие. деколонизация, вот это вот, поэтому вот эта вот деколонизация, это и есть вот эта вот реакция на вот это вторжение. Вот, как оно дальше будет развиваться? Сейчас я вижу какой-то, наоборот, спад этого деколонизационного движения. Ну, как бы, мне кажется, что просто люди поняли, что, как бы, изучить язык, допустим, азиатского народа, это не так просто, вот. И они, как бы, споткнулись первый раз и решили, типа, ну, вот я теперь знаю, что я, по крайней мере, эрзянин. Но изучить как бы язык не готов, но я как бы все равно поддерживаю. То есть как бы сейчас все пришло в следующую фазу. То есть деколонизация никуда не делась, она будет развиваться. Зависит от того, насколько мы будем сами в это вкладываться. Потому что, к сожалению, сейчас деколонизация, она стоит больше как политический какой-то вопрос. И таким образом он упирается, сейчас вот он упирается в всякие там манифесты, там заявления, там политические и прочую болтологию, которая ни на что вообще ровно все там не влияет. Влияет на что-то вот именно действие по отношению к языку, к сохранению языка, народу, культуры. Вот это вот действительно на что-то влияет. А все эти манифесты и прочее, они вообще ни на что не влияют, по большому счету. Поэтому все зависит от нас, все зависит от того, насколько мы будем работать, насколько мы будем заниматься развитием языка, насколько мы будем заниматься
создание науки на языках. И я, кстати, хочу вот в этот момент сейчас как раз-таки обратиться ко всем народам, которые живут в России, которые не живут в России, которые хотят как-то помогать. Если вы хотите помогать своему народу, пожалуйста, займитесь созданием науки или иной культуры, там, например, какой-нибудь коми-рэп или там хантыйский рэп, допустим. У нас есть, кстати, мансийский рэпер, между прочим, первый единственный мансийский рэпер. Вот, манси там, говорящих, осталось 1000 человек. Вот он, мансийский рэпер. Вот. Занимайтесь созданием, воссозданием. Только так вы сможете делать. Никакие там декларации, там эти манифесты и прочее, это все не поможет. Это все никакого влияния вообще играть не будет. Важно только действие, которое вы будете совершать по отношению к народу. Если обоснуть, сделайте науку, сделайте культуру, все будет хорошо. Просто я объясняю, как оно работает. То есть наука, она как бы, это вклад в далекое будущее. То есть это то, на чем будет строиться вообще дальнейшая история народа. Если он будет существовать, то он будет существовать, вот, если он отстоит свое, как бы свое право на существование, то на науке уже дальше будет все строиться. Вся политика, все образование, все вообще будет строиться вот на паре тройки учебников, которые вы напишете, допустим. Культура же, она как бы заряжает людей, то есть она мотивирует людей. То есть культура, она влияет мотивационным образом. А наука, она как бы дает, ну, как ощущение, что она тоже как бы немножко мотивирует, но это именно вклад в будущее. Поэтому нужно заниматься как тактическими задачами, то есть заниматься культурой, то есть писать музыку, песни, там, рэп, сочинять рок и так далее, собирать группы, так и наукой, как долгосрочное вложение в культуру. Но сейчас пока что у нас нету ни хантыйской, ни коми науки, ничего у нас нету. Ну, точнее, коми наука у нас как-то образуется там немножко потихонечку, но у нас вообще ничего этого нет. У нас занимаются этим активисты отдельные, там, отдельные как бы энтузиасты. Поэтому, если вы хотите помочь своему народу выжить, пожалуйста, занимайтесь созданием науки и искусства. Все, больше вы никак не поможете. Заниматься созданием этих манифестов – это болтология, это ни к чему не приведет. Ну что ж, ну, путь благородный, да, я так думаю, в любом случае, да, вспоминаются свои украинские народные будители, да, которые, знаменем которых, которые сегодня на знамени, которые сегодня вдохновляют, это деятели науки, культуры, собственно, поэты. Еще да. Можно еще одно добавление? Да. Еще одно добавление буквально. Да, да, конечно, конечно. Значит, манифесты можно делать, но в свободное время. То есть это, знаете, что это ни на что не повлияет. Вы просто, если хотите выразить свою позицию, выражайте. Я как бы не говорю о том, что вы должны там молчать. Нет, выражайте свою позицию, никаких вопросов нет. Как бы, но глобально она как бы ни на что не влияет. Вот, это все. Арпад, ну я благодарю вас за такую очень мощную, массивную, да, вот, информацию, беседу, да, было интересно. Надеюсь, будем продолжать наше сотрудничество. Нетривиальные взгляды, да. И думаю, ваш посыл, он, ну, канал у меня хоть и небольшой, но гордый. И, внимание на нем как раз деятелей национальных сконцентрировано, я это чувствую, да, вот, обращаюсь, диалог есть, поэтому, думаю, вас услышат. Спасибо вам за беседу, ну, до новых, так сказать, встреч. Ага. Да. До свидания. До свидания.